Акции протеста сопровождают подготовку к совещанию министров иностранных дел стран Большой Двадцатки в Нью-Дели. Заседание, как ожидается, будет проходить в напряженной обстановке. Уже известно, что одной из тем переговоров будет российское вторжение в Украину. We will be doing both support to Ukraine and keeping open the door to any kind of approach that could bring peace. Британский МИД призывает партнеров действовать активно для смягчения глобальных последствий российской агрессии. Об ответственности Москвы заявляют и США. We all know the simple truth that the war could end tomorrow. It could end today if President Putin so decided. He started it, he can stop it. It's on one level as simple as that. And we should never lose sight of that fact. No one should lose sight of the fact that we have an aggressor and we have a victim. Глава российского МИДа Сергей Лавров перед началом общих заседаний провел ряд встреч, в частности, с индийским, турецким и бразильским коллегами. Он заявил, что Москва намерена бороться, цитата, «с неоколониальными подходами», к которым Лавров отнес односторонние санкции и угрозы суверенным государствам на международном уровне.